умеет боиться. Ну как это боится? Все боится, не должен. Когда ты открытый глаз держишь, конечно, все двоится. Надо спокойно закрыть глаз и смотреть. Что делаешь? Когда я лево смотрю, а правое не открыть, я лево нормально смотрю. Нельзя второй глаз открывать. Ну, потому что у тебя сразу будет все двоиться. На, посмотри. Ну, этим ты вот, не надо этим. Не надо этим. Вот наглазник приспособлен именно для этого. Иначе надо ставить с другой стороны и поворачиваться. Закрой глаз просто свободно, закрой его, не надо щуриться сильно. Или подними, или опусти. Теория. Да. Thank you.
что, будешь взять? Нет, ты не понимаю, с горок не будет. Чего разлегся? Вставай! Снимай мотоцикл. Давай, 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 давай. Тяжело. Ну а что делать? Только так и надо. Вперед! Thank you.
я тебе попозже перезвоню, хорошо.